Резонансное дело. Сюжет бийского телевидения о сегодняшней ситуации на рынке пассажироперевозок привлек десятки комментариев в социальных сетях. Эта история вызвала живой отклик не только у горожан, но и у представителей власти. Внедрение новой системы оплаты проезда в городском транспорте – тема глубокая и сложная. Дать однозначную оценку происходящему невозможно. У каждой из сторон, а это не только перевозчики и администрация, но и пассажиры и обслуживающие автобусы персонал, имеет свое мнение. Недовольных нововведением столько же, как и тех, кто дает этому положительную оценку и видит за этим стратегическое развитие транспортной системы города. Средства массовой информации Бийской медиагруппы готовы предоставить площадку для дискуссий и поиска истины. Уже на следующей неделе мы проведем первое мероприятие. Это будет онлайн-конференция с начальником отдела транспорта и связи Дмитрием Брызгаловым. Он ответит на ваши вопросы в нашей студии. А уже завтра мы приступаем к сбору вопросов. Ждем ваших сообщений на электронную почту, адрес на экране, по телефонам редакции, а также вы можете написать вопрос на любой из наших страниц в социальных сетях. Это в Фейсбуке, ВКонтакте и Одноклассниках.